Сегодня из Центра временного содержания мигрантов в аэропорт Владивостока сотрудниками полиции и судебными приставами доставлены 15 иностранцев, подлежащих депортации или выдворению за пределы Российской Федерации. Сотрудниками отдела иммиграционного контроля, Управления по вопросам миграции, Управления МВД России по Приморскому краю осуществлена процедура депортации за пределы территории Российской Федерации 38-летнего гражданина Республики Узбекистан, ранее отбывавшего наказание в исправительном учреждении. Мужчина был осужден к лишению свободы за совершение имущественного преступления. В отношении него вынесено распоряжение о нежелательности пребывания в Российской Федерации. Сегодня также были исполнены решения судов об административном выдворении за пределы Российской Федерации в отношении еще 14 иностранных граждан. Всего с начала года с территории Приморского края депортирован 31 иностранный гражданин, ранее осужденный за преступления различной степени тяжести. В настоящее время в Центре временного содержания иностранных граждан находится еще 93 мигранта, подлежащих депортации. В ближайшее время все они будут высланы за пределы России за нарушение миграционного законодательства. Полиция напоминает, процесс пересечения границы, осуществление трудовой деятельности и другие вопросы, связанные с проживанием или пребыванием иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации, регулируется миграционным законодательством. Знать его и соблюдать должен каждый гражданин, который планирует посетить Россию или уже находится на территории страны. С начала этого года из Приморского края выдворены и депортированы 411 иностранных граждан, нарушивших законодательство Российской Федерации.